Здравствуйте, люди мои дорогие! Сегодня 1 октября 2022 год. С вами я, Александр, город Днепр, на связи. На момент съемки 3:30 вечера или дня, как угодно. В целом, пока тихо и спокойно. Надеемся, что так дальше и будет, прилетов не было. Но воздушные тревоги присутствуют. Из новостей у нас в регионе, допустим, если взять, в Павлограде ввели масочный режим уже. То бишь, получается, людям в общественных местах нужно находиться в масках. Там в магазинах, в транспорте городском. Ну, короче, где скопление людей и так далее. Напомню, что в Желтых Водах уже давно ввели масочный режим. Все идет к тому, что в принципе на подходе, наверное, и город Днепр, где скоро тоже введут масочный режим. Хотя, согласитесь, без масок было очень и очень хорошо и приятно. Дышать свежим воздухом, наслаждаться природой, да, и так далее. Я считаю, если кто, допустим, где-то чем-то болен, да, там насморк или что, да, пускай одевают. Ну, есть люди, там, один из 100, что в маске. Это не означает, что человек, допустим, так к этому сильно щепетильно относится. Мне кажется просто, что человек может быть чем-то болен и, чтобы не заразить других людей, одевает маску. А сейчас, представьте, нацепят на всех нас вот эти маски. Не хотелось бы, конечно. Оно же дело идет к зиме, вот они и подтягивают вот эту тему. Поэтому готовимся, Днепр следующий на очереди. Я думаю, скоро, прямо ж очень прям скоро введут и в Днепре масочный режим. Вот такие, собственно, новости. В целом, в Днепре тихо относительно и спокойно. Ждем вечера и ночи. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих масок. Мне, честно сказать, ну, не хотелось бы носить их, ну, честно. Но получается, что за этим будут какие-то ограничения. В случае ты без маски, понятное дело, что будут штрафы там и так далее. Поэтому придется, если введут, носить. Именно где люди там и так далее. В АТБ, в Варусе там, ну вообще. Вот, собственно, такие новости. Всем на связи, всем пока. Надеемся, что будет ночь, вечер и ночь тихой и спокойной, без прилетов. Ну и мы верим, по крайней мере, в это. Ну и на связи. Всем хорошего вечера и тихой, мирной ночи. Всем пока. С вами был Александр. Как всегда, собственно говоря.